прошел все эпизоды приквелов, оригиналов, и потом дошел вот до последних трех частей. Вот, значит, рассказываю, да? Я вот это смотрел и смотрел 10 тысяч видео про Украину. Ну, значит, вот это моя любимая трилогия, первые три части, да? Вот, мне больше всего нравится. Наверное, надо потише сделать или нет? А, вот так вот сделаю, наверное, потише. Вот, значит, из этих частей, ну, мне, очевидно, понравилось вот это, потому что это моя любимая часть, я там голосование провел, и большинство, кто смотрел, проголосовало за эту. Вот, потом здесь мне понравилась первая часть, вот эти две, ну, такая себе полная хуйня. Вот, ну и начинаем то, что я вообще никогда не играл, не проходил, и вот смотрел по одному разу эти фильмы. А, может быть, по два. Да, наверное, по два раза. Кроме последнего, последний один раз смотрел. Все, поехали нахуй, блядь. Энчантикс! Все, тихо. Пам-парарам! Пара-ба-п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 а
сейчас либо сидеть просто играть без стрима и смотреть видосы про Украину, или стримить. Я выбрал стримить, потому что для психологического здоровья это поприкольнее будет. Да и, возможно, и для финансового состояния. Хуяк, блядь! Опа, нахуй! Чё это? Оп! А, бля. Я буду я буду шкаф включать такого цвета, которого у меня будет меч, за кого я буду играть из джедаев. Вот такого у меня будет меч цвета. Пока никакого. Алиса, включи шкаф. Жрет, сука, я, блядь. Блять, по-моему, не так начиналось. А, да, так начиналось. Ебать. Кто сидит, чай пьет, убили нахуй. Там жарко просто. Ебать, бля, я подэмеран, блять. А ну. Нихуя, чё? Бля. Ладно, я понял. Так, а чё он ещё умеет? Ага, ага. Так, пацантре, если чё, я предупреждаю, я жёсткий задротикс. Я собираю вообще все монетки на уровнях. Вообще все монетки. Так что, ну, будет не супер весело. У, сука! На, блядь! Уёбок. Опа. Хуя. Видали, блядь? Оп. А ну, а как вот этот робот будет драться? Охуеть. Блядь, робот круче, чем чел. Ебать. Гля, зацени, робот лучше, чем челик. Охуеть. Ладно, все нормально. Так, ну здесь все монетки собирать не надо. И еще мне надо шлем спиздить. Сейчас, подожди. Во-во-во-во, вот это. Ты че, охуела? Шлем мне, блядь. Не важно. Ладно, не важно. У, суки. Хейтеры, блядь. Ну а нахуй, блядь! Сосать. Да, давай. Охуел? Ля, Кайло Рен, блядь, такой крутой. Единственный, кого я уважаю из новой трилогии, это Кайло Рен, а он крутой. Oh.
Капиау. Блять, приехал, чтобы уехать, кстати. Кек, блять. Бля, охуенно. У него же должна была по фильму здесь кровь вроде быть, а... Ну, это же детская игра, он пончиком измотался, бля, охуенно вообще. Я, кстати, в детские игры играю, я майнкрафтер был бы, ёб. Показать прокачку? Сейчас покажу. Where do you come from? Tito, he must want you for parts. Так, прокачку свою показать, да? Значит, так, вот она моя прокачка. Вот, собственно, здесь так прокачался, можно что-то докачать. У меня 37 этих кубиков, потому что я их уже не трачу. Вот, ну здесь прокачал. Вот тут вообще не понимаю, зачем качать такие, блядь, уёбские прокачки. Реально полная хуйня. Я это даже не трогал. В одном только прокачал. Ну ладно, ну-ка. Короче, быстрее бегать, либо быстрее строить, но строить очень редко. Награда за парирование я редко парирую. Детектор коллекционных предметов. Вот это, наверное, надо прокачать. Так, ебой. Улучшенные корабли. Это полная хуйня. Очень редко на кораблях летаем. Увеличивает силу атаки бластера. Скорость восстановления здоровья. Блин, я бы и то вкачал. А, ну и то я смогу вкачать, смотрите. Так, сила атаки бластера и меча. Все, заебись. Все остальное не важно. Все, пацаны. А ну-ка, давайте посмотрим. Нихуя, Рэй, блядь. А ну, а ну. Ага, ага, ага. Чё, блядь? Она... Нихуя. Нихуя. Так. А, ну этот робот тот же самый лох вонючий. Хоп. Ну да, хуй да. А стрелять она? А, она вообще не может стрелять, нихуя себе. Так, подождите, но она же может собрать себе... Ебагля, блядь. Ебагля, блядь. О, это я на вот этом сейчас поеду. Короче, я поехал. А куда мне ехать? А где ее дом? А, все. Блин, жестко поиграл, короче. Ну, это топовый геймплей сейчас был. Это Fortnite 2. Блять, вот это я охуенно поиграл за Рэй, заметили? Вообще топовый геймплей за Рэй был. Listen carefully. If you do exactly as I say, I can get you out of here. What? This is a rescue. I'm helping you escape. Why are you helping me? Because it's the right thing to do. Ебать. You need a pilot. I need a pilot. Бля, охуенная игра. За Рэй поиграл, там просто пиздец. Нахуя мне дали за Рэй поиграть, чтоб я прошел 2 метра? Так, а ну, а что на ней? Ага, ну я понял. Здрасте, веду долбоеба. О, все, пацаны, видите, сверху загрузка. Это значит, что я должен все монетки собрать. Привет, пятерка. Ага. Скажи, вверх. Где бомбеж? Флэш. Пердешь? Все. Раньше шторы. Ты куда? Вернись. А, все. Ты сейчас как этот братышкин будешь. Да. Еще это. Скоро бомб. Ой, уже купил. Осталось купить Шури СМ7Б. Так уже пройденный форматик с Шури СМБ. Мне не понравилось. Сейчас, подождите, пацантре, я должен все монетки собрать на уровне. Извиняюсь, конечно, но... Это мой путь джедая. Или путь ниндзя, как сразу же.
головы. Ой, блядь! Придется его отпиздить. Пиздец. Сука! Все, банда. Пиздец. Я спалился. Все, нормально, нормально. Монетки. Монетки. Я уже почти всю игру прошел и только недавно додумался, как эти монетки тратить вообще. Оказывается, на персонажа их надо тратить. Ебать, как же я его отпиздил жестко. Поехали. Йоу, бро, подвинься. Где я? Все монетки должны быть мои. Первая загрузочка уже прошла. Ай, блядь! Упал, сука. Нормально, нормально, нормально. Сейчас я вот эту монетку соберу. Тут надо просто все отпиздить. Все подлежит отпизживанию. О, уже первую загрузочку про загру... О, нихуя, понял. Еще секретку нашел. Тут надо вообще все разрушать, чтобы находить всякие секретки и всякую такую хуйню вонючую. Так, эти стены не разрушаются. Вот это разрушается, блядь. Да. Я тоже. Уже половину второй загрузочки прошел. Я, походу, все, гений. Ой-ой-ой, бля. Нихуя красиво, круто. Я бы хотел бы такое вот, чтобы у меня было на полке. Когда хочу себе такое, чтобы у меня вот так было. Вот так хочу. Надо найти сначала все секретки. Но я, видимо, большинство из секреток прошел. Вот она, самая недалекая секретка была. Тварь, блядь. А как мне туда попасть? Так, так, так. Да уйди ты нахуй, долбоёб! Все нормально, нормально, нормально. Как вверх? Как вверх, блядь? Как вверх, блядь? Как вверх, блядь? А, вот. Все, сори. Нормально. Все нормально, нормально, нормально. О, бля, кайф. Видали, какой я жесткий про? Я про. Подожди. А как дальше, интересно? Ага. Нихуя. Еба, хочу такое себе из лего настоящее. Глянь. Копял. Так. Надо, это жестко, тут на память надо. Угу. Ебать, я гений. Жесть, я походу гений. Монетки дай. Мне нужны монетки. А? Пятый Корка Виланс. Не будь хуйней на поводочке, Туич. Он тебя портит. Да. Смотри, ты уже стал стареть, хуйней страдать. Чё за концерт вообще? Можно ведь и без него. Ну, пожалуйста. Ну, ходи. Прошу. А чё, осталась ссылка на концерт в описании? Оно же все, да. Там же...
Блять, ладно, пришлось ради тебя отменить концерт. Блять, меня спалили из-за тебя, нахуй! Ёбаный донатур! О, нихуя. А ну. Бля, что у меня теперь за костюм? Еще вот этот костюм. Hey, what's your name? Осталась шапочка. А мне куда? Вот туда или вот туда, интересно? Не, по сути, вот надо спускаться, но я не хочу спускаться, потому что тут, очевидно, секретка лежит. Мне нужна секретка и деньги, монетки. Монетки мне нужны. О-о, почти собрал вторую, блядь! Все, я собрал! Ну, давай, блядь! Ну, пожалуйста, есть, ебой сюда, нахуй. Все. Все, пацантре, хотя бы два кубика. Я играл в Лего Звездные войны 2. В Лего Звездные войны 3 атака клонов, или как там, клонские войны. И потом я во все остальные попробовал поиграть, все остальные Лего игры полная хуйня. Я еще на PlayStation себе покупал Лего DC Супер Злодеи, тоже хуета, только Звездные войны мне нравятся. Это как вот детство, понимаешь? Я узнал то, что, ну, вот Лего Звездным войнам 14 лет. Ну, игре вот, в которую я играл во вторую часть. Я ее на PSP играл, я ее играл в этом... блять, забыл еще где. На компьютере. Мне кажется, многие вот именно в эти части играли, Звездных войн. Да. Все, поехали. Дай полетать. Дай полетать в игре. That's not good. Дай поиграть. Ну ладно. Уже. Come on. Пипу-пипу-пу. He still might show up, whoever it is you're waiting for. Пипу-пупу, пипу-пупу-пу. Пипи-пипу. Пипу-пупи, пипу-пупу-пу. Пипу-пупу-пу-пу. О, скоро же дадут летать на тысячелетнем соколе. Да, спасибо. Ну, жалко, только два получил, блять, они... Жалко, нахуй, жалко. F. F, нахуй. Тут ничего не получил, ну я понял, я попуск. Я понял, блять. Секретки искать или похуй, или проходим? Может, какие-нибудь самые легкие секретки смогу найти? Вот, смотрите, вот здесь вот какая-то уже лежит секреточка. Блять, а чё за Джек? Че за Луни? Нахуй тебе ТНТ? Моя бабушка смотрит ТНТ. Она сказала мне, это что за пацаненок? Я тут пришла смотреть свою хуйню, а тут он. Че за фон? Лучше бы на фоне мусорки стремил. Да. Подождите, тут надо что-то сделать, ну, гениального характера. Сейчас я что-то не выкупаю, правда, что? Надо вот это и... А, подожди-ка. Не, показалось. А как это раскрыть? Открывайся, Сезам! Ладно, это я не открою, окей. Подожди, что-то еще есть. Под землей? Или он далеко? А, он далеко, окей. Ля, блядь, ля, сука. Ля. Копяу, пуки. Это все из Лего? Или нет? А, наебалово. Это подделка какая-то китайская. Наебка. Я понял. Я думал, все из Лего. Но оно как бы из Лего, но...
Я понял, пока. First things first, you're gonna help me collect some scrap. Не, ну тогда я потом это подниму, когда мне дадут джедая. Я как бы по сюжету пытаюсь идти. Если дадут джедая, то я подниму. Что это? Я просто должен собрать эту хлам, типа, всякий. Сейчас, подождите-ка. Мне надо вот это попробовать. Гля! Видали, что я теперь могу? Ну, это один из самых крутых классов в игре, походу, мусорщики. Вау, охуенный геймплей. Сейчас 20 штук искать таких. Гля, охуеть. Не, ну вот такое себе можете представить вообще? Интересно, я долечу вот до туда? Давайте попробуем. Ой, нет, не сетка мед, это понятно. Бля, мне кажется, не долечу. Ай, бля, охуенно! Ладно, сейчас. Ща. Блять, выше давай! Ладно, это робот, наверное, сможет сделать еще. Да, робот смотрит. Вот. Ну это чуть-чуть хуйня, что это робот. Монеточки. А, здесь не нужны монеточки пока. Здесь загрузка не собирается, значит можно ничего не делать. А, куда ты нахуй? Блин, хочу быть таким роботом. Точнее, хочу себе такого робота. Так, еще плюс две хуйни. Ага. Охуеть. Блять, паркурить опять. Опять паркурить. А как мне на вот это прыгать? Он меня сейчас убьет же или ты? А, блядь! Блядский рот, блядь! Сука! Сними это нахуй! Блядь, а. Да, переедь на помойку. Там а. Стрим. Че за фон, говори. Че за фон, блядь. Убирай хуйня. Нахуй деньги потратил? Я бы пришел тебе стенку бы закрасил. И заебись. А тут... Че скоп потратил на фон? Да хуя. Это хромакей. А куда мне идти дальше? Как мне наверх подняться, что ли? Гля, жесть. Топовый геймплей, охуенно. Это для гениев. Это надо быть гением же, реально. Это не, ну, не все додумаются, а я додумался. Оп! Канатик. Ща. Оп. Оп. А, блядь! Блядь, я меньше половины собрал. А, я даже не за детальками иду, я за кубиком синим иду. Сука, паркурить. Я уже в Майнкрафте паркурил. Оп, оп. Оп! Оп, блядь! Оп, блядь! Ааа, нет! Куда? Куда? Нет, блядь! Ладно, я пройду с 70-го раза. Так, нормально, я сумею. Это я специально для контента, для нарезок.
Нет! 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 Блядь! Сука, такая хуета нахуй! Не делай! Не делай! Сейчас. Ластовая попытка победная. Цепь на мне, цепь лавэ! Охуенно. Видали, какой я жесткий? А хейтеры не верили. Я все вот это я профессионал. Я жесткий пром. Это с первого раза. До этого просто не считались попытки. Сука! Ладно, это я тоже для нарезок. Это для нарезок. Сейчас еще. Ебой, блядь. Так, наверное, просто вниз. И чё? Что это? Ого! Пипу-пи-пипу-папа. Че? Аж киюди есть? Хайпишь? Вложился в тонь. Снимаешь тиктоки? Нет, блядь, не вложился в тонь. Тиктоки не снимаю, собачка, потому что они забанены. Кстати, игра норм. Но она тебя недостойна. Увидь нас, преданных фанатов. Угу. Не будь собачкой на поводочке. Ладно, хорошо, не буду. А надо было вкладываться в тон, да? Ну уже все, видимо. Блять, посмотрите, я же реально гений. Этот перс может все. Сколько уже? 18 собрал. А где еще? Сейчас. Вот где-то вот тут. А, то же самое дырка какая-то. Ну, все, ебой, я все собрал, я крутой, я крутой. Хейтеры говорили, что не соберу, ха-ха-ха. Бля, где Ремикс? Ну да, тоже верно. Он мне, кстати, написал там что-то большое сообщение, я так и не прочитал. Бля, жестко собрал, короче, банки флеша и пошел домой. Ёбать, ходить, блядь, это моя тера, нахуй. Вот так-то. Все, пока. Давай, робот, короче, дома увидимся, я поехала. Ой, я приехала, робот. Ой, блядь, я не приехал, сейчас. Блядь, это умеет ехать назад, эта машина? Ёб твою мать. Блять, назад! Сдай назад! Я не знаю, я изобрел какую-то ферму денег, потому что просто деньги сами прибавляются на счет.
кустик, надо наказать. Я Мос Эспа. У меня уже было 2 миллиона, я просто купил скин генерала Гривуса. Сейчас. Я забыл, как его выбирать сейчас. Короче. Так вот. А, сейчас выбор, видимо, да, нельзя. Нельзя, видишь? Сейчас типа сюжет идет. Так, давай пока. Смотри. О! Дай, 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 дай! Нет, по центру я не сдамся. Я должен собрать вот этот синий кубик. Вот прям оно мне говорит. Забери меня, забери меня. Так, а ну-ка. Вниз, вниз, вниз лети! Да, блядь, сука! Сейчас, сейчас, я заберу этот синий кубик. Моё. Так, в этой палатке еще есть синий кубик. Но это изичный. Это изичный синий кубик. Так, а ну, а есть еще синие кубики? Нет, это далеко. Это я еще прокачал способность того, что я вижу синие кубики, между прочим, да? Я вообще до этого не знал, то, что она существует. А, тут нужна сила джедая. Блять, не смогу. А, не, подожди, не нужна. Нужно 10 таких хуйни разрушить просто по всему городку. А ну-ка. Так. Так вот, почему так много точек. Фу, блядь. Угу. По-моему, должны дать именно еще синий. Ну, меня бесит, когда даются эти белые такие контейнеры вонючие, которые никому не нужны. Так. Так, блядь. Там, наверное, внутри еще один. А, нет, там просто синий кубик. Так. Не, Лунный рыцарь, я буду смотреть, когда он выйдет, но я видел обзоры всякие, там, типа, хорошие отзывы. Говорят, что... А сколько серий? 2 или 3 вышло? То, что, ну, типа, вообще топовые серии, очень интересно. Я даже... Включи на хромакей фон с Неркием, чтобы всегда быть с ним вместе. Ладно, с днем, как они с папе. Ну-ка, ну-ка, запаркурил по жести. Сюда, нахуй! Все, нормал дым. Спасибо, спасибо, спасибо. Я добавил, да. Кстати, ты пропустил так, мой донат. Напоследок. Mm. Собачка твичевская, сучка атнская. Ну, ебла... Бля, хуйню, ничего. Бля. Напоследок можешь 10 тысяч занимать. Ты охуел, блядь, ты знаешь, сколько я собирал, блядь, эту хуйню, уёбище ты, ёбаный. А я наоборот обзора от Сокола смотрел, он сказал то, что вторая серия тоже топовая. Я посмотрел Кадзи Крапа, он там сказал то, что есть какой-то сериал, который похож на половое воспитание, но он больше про... как будто он взрослее, там сказали. Хотя половое воспитание тоже, ну, чисто прикольный сериальчик. Вот, и там про детские травмы. Сначала, типа, показывается в сериале, какая травма ребенку была нанесена, и потом, каким он становится взрослым. Вот, ну, и как эта травма отражается на его жизни. Блядь, что-то так захотелось посмотреть, реально. Ну, задумка сериала охуенная. Я на трой, укоплю!
Сабонга. Ты чё, блядь? Вы чё на меня напали? Блядь, чё мне нахуй такого члена получите, блядь? Ага, нахуй. Сейчас, секундочку. Сейчас, блядь. А вот это нахуй! На, блядь! Сука, собрала базуку чисто. Да еще и робота вдогонку напиздить своего же. На, блядь! Давай, подходи, уеба! Взял в камбу лошню, блядь. Давай, нахуй, попуск. Блядь, прописал комбу лошку, блядь. Попучленцу. This droid says you stole it. It belonged to Poe Dameron. He was captured. First order. Help them escape. But our ship crashed. So you're with the resistance? Капитан. Obviously. BB-8 says he's on a secret mission. He has to get back to your base. Apparently he has a map that leads to Luke Skywalker. And everyone's after it. Luke Skywalker. Come on. Капитан. Сейчас я всех, блядь, сейчас я, блядь, попущаться. Привет, Кирилл. Здорово, здорово. Я потерял доступ ко второму ВК, с которым заходил на СП. Ага. Уже начал тебе. Ага. Гена сообщение не читает. Ну и ладно. Отправь, пожалуйста, ему мой основной ВК. vk.chum/401061515. У тебя никнейм есть? Ты зайдешь на СП, там все подтвердишь. И ДВК с новым сайтом особо не нужно будет. Там надо будет /verify прописать на сервере и все, блин. На, нахуй. Блять, как же я всех пижу жестко. Я такой доминатор, нахуй. Что с этим сделать? Подожди, сюда что-то надо поставить, да? Подожди, что тут надо сделать? Ну, видимо, это ошибка была. Сука, софтлок словил, походу. Блять, софтлок, что ли? Сука, софтлок, блять. Но я здесь, мне написано, придите сюда, я здесь, блять. Ну, допустим, я тут побегал, монетки собрал. А, ой, блядь. Я не знаю, как сериал называется, у Котокраба увидел, я не помню, он мне просто описал, он сказал сначала название сериала, я такой, ну похуй. А потом он написал сериал, и я охуел. Что-то мне подсказывает, что сюда я должен притащить какую-то зарядку. Или подожди-ка. Оба. Жесть. Но это надо быть гением, чтобы такие загадки разгадывать. Как вы понимаете, вы подписаны на гения. Все, я поехал. Я... Все, короче, я поехал, давай, это, ребята, разберетесь. Пока. Куда я поехал? А, ладно, я приехал, видимо. Что за... А, о, я полетел, все, на Соколе Тысячелетия, блядь, все, пока. Все, пока, я улетаю, нахуй. Самый последний видос у Котокрапа в самом конце почти. Он где просто рассказывает свое мнение по поводу того, что он посмотрел. Капиал. Капиал.
you ever fly this thing? No. Huh? BB-8, hold on. А дадут поиграть, блядь? Копя. Прям как в фильмах. Дадут поиграть. Уоо! Поехали, блядь! Ой, тут надо монетки собирать. Сейчас, я хочу собрать монетки. Гля, что могу. Вот так могу, блядь. Вот так могу. Подожди, как-то еще, может быть, назад могу? Нет, не могу назад. Ой, блядь, ай. Но. А где монетки? Хорош, мега насрал. Еще монетки, дай монетки, дай еще, дай еще, дай, дай, дай. Дай монетки, сука. Как ты через это геймс купил Лево Стар Варс? Я не знаю, просто нажал купить и купил. На территории России. Не. Я на эту игру копил полгода. Мне сказали то, что в Epic Games запретили донатить в игры. Вот в Fortnite ты задонатить не можешь. А игру я просто, блядь, нажал купить, и оно получилось. Попробуй. Я с карточки оплатил. С Тинькок Бэнка, кстати. Может быть, из-за того, что на него, типа... Привет. Здорово. Слыхал о игре Лево Чит и Ундерчайер. Да, да, да. Было бы здорово, если бы ты ее прошел. Она же изначально там что-то выходила только на Wii или на Wii U. Вот, а потом похуй стало. Ну, потому что она уже старая. Я уже в другие игры Лего не буду играть, потому что вот это... Ну, посмотри, как другие Лего игры выглядят, и как вот эта игра выглядит. Это небо и земля, это разные, блядь, десятилетия производства. Тут прям графон подтянули, положение камеры подтянули, динамику, типа... Ну, прям кайф играть. Да иди сюда, ты уёбок, блядь! На. Истребление хейтеров. Сосать. Ебой. Сосать. Да сколько еще? 12 уничтожить? Пил. Пил. Мне нужны монетки. Ой, я, ай. Бля. Я слушаю. Да. Брат, задифай моего друга в опросе в БКПЖ, вот ссылка. Пост, где он Человек-паук. Зверев Евгений зовут. Ладно, верю, но ПЖ написано, значит все. Можно не помогать. Сколько? А, все, наконец-то. О, мне надо вот туда пролететь, блядь. Там монетки. Сейчас. Где там было? В какое-то очко. Вот в это очко надо пролететь, там монетки. Вот сюда вот. Оп, монетки. Ай-яй-яй. Оп, блядь! Хорош. Дай. Да. Еще вот в это очко надо пролететь. В очко Мелшера влетаю.
сейчас нормально. Еба. Жесть. The prototype tie pilots are some of the best I've seen. We gotta watch out. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Еба. Еба. Два ряда монеток собрал, два ряда монеток, блядь. У меня, кстати, геморрой почти пропал, хотел бы, чтобы вы порадовались за меня. Уже почти все там. Сначала еще было видно, но уже почти. Between us, I'm not with the resistance, okay? I'm just trying to get away from the first order. But you tell us where the base is, I'll get you there first. Deal? So where's your base? Go on, BB-8, tell her. The Illenium system. Yeah, that's the one. Get us there as fast as you can. Самый охуенный карт. Все, копяло по центра получил. Синие три штучки. Четыре, блядь! Так, куда мне? Подожди, куда мне? Куда, блядь? Декар. Мне в систему Декар надо. Подожди, чё? Куда мне надо? А, вот, все, поехали. Можно офать? Ладно, придется офнуть. Желательно с позором, конечно. Я хочу себе сокол тысячелетия теперь. Подарите мне кто-то. Кек. Кек. Копяо! Where'd you get this ship? Tell me a Wrathstar's gotten loose. Хан Соло настоящий. Придется всех отпиздить. Oh, great. It's the Guavian security soldiers. Get below and stay there until I say so. Хан Соло, we want our money back now. You think hunting Wrathstars is cheap? Kanji Club wants that investment back too. That BB unit, the First Order is looking for one just like it. And two fugitives. If we close the blast doors in that corridor, we can trap both gangs. Это я. Путам Юсин устроил конкурс в Майнкрафте на $1000, тип, кто построит ему самый ебейший дом, нож скинуть своим строителям, тип, мугу. Посмотри фильм «Леди Баг и Супер Кот» в Шанхае. На вечер. Нашел нормальную озвучку. 53 минуты! Пошел ты нахуй! Спасибо за 1000 рублей. Ты скинул не на Юджина видео, а на мой стрим. Тут монетки можно собирать? Да. Все, пацаны, опять пылесосим монетки. Ой. Ой, нахуй я это сделал? Epic Games пишет, что продукт недоступен. Так, а, ну а я как купил, блядь? Я на стриме прям купил. Это я, пожалуйста. О, халявные монетки.
timing. Let's go. Так, сейчас. We need to find a way back to the balcony that preferably doesn't involve getting me. Пом-пом-пом-пом. The doors are in auto lockdown, so we get rid of this wrath. Pretty sure I left an anti-wrath or something or other for those pricks. We're getting somewhere. Где ящик? А. И что мне с ним делать-то, блядь? Вот сюда в розетку воткнул. Врубай, врубай! Копиао. Охуеть, жесть, блядь. За что бедного чупакабрика? Блядь, за что чупакабрика? Блять, за что? Блять, за что? Ну вот за что, маленький? О! А ну. Я Человек-паук. Ебать, я гений, походу. Я, походу, реально гений. Я Чубека. Почти первую полосочку собрал. У меня две полоски, кстати, у Сони. Надо верхних убить человека. О, сосать! Сосать, школьник! Все, походу, школьники пососали сейчас. Вот это мне надо, вот это. Все, я, короче, я прыгаю нахуй. Надо куда-то увидеть, надо что-то увидеть. Надо забрать у него эту хуйню. Я должен увидеть что-то. Про Оби-Вана не видел вроде. А или видел трейлер про Оби-Вана. Но я его, я даже мне трейлер не нужен, чтобы посмотреть. Оби-Ван это мой любимый герой в Звездных войнах. Он самый крутой. Потому что он крутые фразы кричал. Ты был избранником! А. Ну, в принципе, мне это уже не нужно. Я еще себе магнит для монеток прокачал, кстати, держу в курсе тоже. Что такое генераторы щита? А где генераторы щита? Что это? Вот это? Вот это? Нахуй я нажал? Ладно. Что я должен сделать? А, Лего Марвел Супер Хироус тоже играл, мне тоже не понравилось. Но мне это нравилось то, что можно выбирать вообще любого героя и за него по городу летать, там за Человека-паука я играл. Но это тоже уже старье.
потому что я жесткий, я хуйсос. А, я тоже. Ну, я отложу на основной стрим, окей? Че? Я полгода строил себе прекрасный дом. Я отложу. Пиздец. Сейчас. Короче, эта игра не очень любит, когда ее сворачивают. Да. Гля! Гля, что делаю? Ай, блин. Когда за джедаем все-таки? Я люблю джедаем быть. О, бля. А тут никого нет. Почему так? Что случилось? Капяо, како? А когда можно переподать заявку? Раз в месяц ее можно пере... Или ты прямо сейчас можешь? Мне тогда с Шреком Луни придется обсуждать. Ну и блин, я бы хотел бы, конечно, не затруднять Шрека Луни, а тебя затруднять. Блять. Блять. Жалко. Look at the cables. Power for it's above us. Сина, ёбаная. Что ты мне нахуй, блять? Я пришел к этому Хану Соло на корабль и просто у него все разбираю вот так. Ну, обычное дело. Я что? Что это? Так я мог на нее сесть и так, я не понимаю, блядь. Я не понимаю, в чем прикол, что мне надо сделать? Уничтожьте генераторы щита. Как, блядь? Вот пошла энергия. Подожди-ка. Подожди, она здесь из пола, что ли? А, вот генератор щита, действительно. Вот он. Все. 27 апреля можешь еще раз подать? А почему отказали? Че сказали? То, что ты там типа лох? Или что? Или че сказали? Почему? Как это изменить? Как поменять? Так, надо, смотрите, желтый провод снизу. Где-то здесь должен выходить с потолка желтый провод. Вот синий. Так, секунду. Это уже посложнее загадочка. Тихо. Блин, ну либо подбором, либо методом подбора здесь делать. Либо где-то я должен увидеть этот код по центру. Ну-ка, скорее всего, он где-то вот тут лежит. Кто-то видит подсказку, код? Мне нужен код. Хотя бы хоть что-то. Бля, это вообще пиздец, что со мной кот сидел, блядь, мужик, мурчал, блядь. И сдох. И сука, он съебался, да пошел нахуй, блядь, бабы свои трахать. Ужас. Блядь, мне нужна подсказка. Где-то тут должна быть подсказка по центру. Где подсказка? Твое, да, видел. Нестабильность зрителей типа то 500, то 1000. Надо как минимум 75 было всегда, без всяких рейдов. А, да? Блять, слушай, а может быть, когда СП начнется, типа, может быть, это как-то можно будет флексануть жестко. Да как мне? А, бля.
Вот он, это тот желтый провод, который я как раз искал. Ой, блядь! Это СП-5. Где-то подсказка. Бля, видимо, ну придется методом подбора просто кликать. Так, смотрите. По сути игры, они все должны быть разные. Блять, ну может быть... Не, не кайф подбором хуярить. Надо подсказку, блять. Подожди, а это не может быть подсказкой? Там был такой символ. Вот он, этот символ. А, ну похоже. Как подсказку, блядь? Надо где-то вот это найти где-то. А где? Может быть. Есть подсказка? Не-не-не, она где-то должна быть здесь. Oh, shit. Help me! Сука, уёба, дай подсказку. Белый, синий, фиолетовый, подсказка, это момент сверху, я думаю. Ты хочешь мне сказать белый, синий, фиолетовый? Так белого нету. Так нету белого, блядь. Такого нету здесь цвета. Нет. Подожди, может хотя бы где-то... Сука, где эта подсказка? Надо что-то... Что-то надо понять. Может быть, если я... Не-не-не, непонятно. Ладно. О. О, мне туда надо. А как мне туда подняться наверх? Машинка. Машинка, которая что-то делает. Вот как туда попасть? Подожди, я походу понял, как туда попасть. Это батутик, это машинка батутик, да? А, нет. Так. А, и вот так, да? Да, все, я понял. Так, как его таскать? Дай. Гля, пасхалку забрал. Я пастхантер жесткий. Я как
какой же я охуенный. Так, а ну-ка. Воп-воп-воп-воп-воп-воп-воп-воп. Хочу, чтобы в Лего были вот такие светящиеся детали. Вообще хочу, чтобы Лего было вообще в России. Много хочу или так? Воп-воп-воп-воп. Блять, ну подсказку, видимо, я уже проёб. Сейчас, ну-ка. Ну да, тут уже все, подсказка бан. Хотя вот это тоже похоже на секретное место, что-то оно слишком пустое. О, сейчас будет третья полоска силы джедая. Дай третью полоску, сука. Дай. Все, да? Нет, чуть-чуть осталось. Есть. Все, три полосочки. Адидас. Адидасик собрал. Здрасте. Копял. Подсказка наверху, около этой херни у потолка. Так я вот пытался, но, видимо, уже все. Или не все, сейчас за Рей надо. У потолка... Около этой херни. Я уже туда не вернусь. Сейчас поверь. Блин, а вдруг вернусь? А вдруг я смогу вернуть? Не, видимо, нет. Не-не-не. Видимо, не смогу, не. Уже все. Привет, Крэг. Я Лего-стример. Как дела, пупсик? Ну чё, как у тебя? Как твоя новая прическа? Да. Да, пупэк, пупэк. Сейчас, бро, прости, бро, сейчас, бро. Сейчас я тебе помогу, бро, подожди, сейчас. Сейчас я тебе помогу, я тебя спасу, бро. Стой, бро. Я иду, бро. А, сейчас я открою. Ой, ой. Бро! О, здорово. Побежали, побежали, друг. Ну, видимо, не соберу. Жалко, пасхалку не собрал. Не люблю пропускать пасхалки. Те, которые можно было бы разгадать. Тут есть такие, которые типа невозможно, потому что они только в открытом мире. Когда можно менять персонажей, разгадываются. Это еще ладно. Но вот эту я уверен, что ее как-то можно было разгадать, сука. Ой. Гений. Это гений. Я, походу, гениус. Как мне туда попасть? Да Хан Соло, блядь, иди там, твои друзья, блядь, пиздятся, ты тут тусишь, сука. Сука, друзей кинул. Need that crane work. Well, it looks like it can only be powered up by a droid. Um.
Я понял прикол, походу. Надо вот так сделать. Так. Ага. И теперь... О-о-о! Поехал, поехал, молодой, блядь! А-а-а, блядь! Ладно, сейчас. Сейчас. Так, поехал, молодой, поехал. Поехал, оп. Хорош. Поехали. О, блядь. Я, походу, реально джиниус. Сука, теперь нижнюю открывать, блядь. Интересно, это вот это законно, то, что я вот здесь пробегаю? Как мне туда попасть? Блядь! Да блядь, ну зацепись ты руками, козёл ёбаный. Хай, давно к тебе на стрим не залетал. Здорово, кайфовый ты. Не думал ли ты отпустить и поддохнуть, набраться силы или медиамолекула? Я медиамолекула. Так, подожди. Как-то можно попасть сюда. А, все, вижу. Сейчас, надо Рэй брать. Ой, вот Рэй. Рэй. Дай Рэй, блядь. Так, надо закрафтить. Смотрите, крафтим сеткомет. Оп. Гля. Хуяк. Оп. Ну, у нее уже способности джедая, хотя меча нету. Странно. Жесть. Поехали. Хотя, надо пересмотреть все части. Inform the First Order that Han Solo has the droid they want, and it's aboard the Millennium Falcon. If Skywalker returns, the new Jedi will rise. By the grace of your training, I will not be seduced. The weapon, it is ready. We shall destroy the government that supports the Resistance, the Republic. Go, I'll oversee the preparation. Я люблю пупок. Fugitives, huh? This droid has to get to the Resistance base as soon as possible. He's carrying a map to Luke Skywalker. You want my help? You're getting it. Gonna see an old friend. She'll get your droid. Все, давай, мне надо проходить, блять. So where exactly are we going? Все, мне вот сюда, пожалуйста. We'll find her on Taco Bell. Топовый геймплей. А, еще нет? А, да, все, топовый геймплей. Охуенно поиграл за кораблик. Да нормально, я чисто... Нормально. Вот лечу. Сейчас. Подожди, а сначала вроде Финн должен меч взять. Он сначала у Финна будет, да? Я даже не помню, как Крей меч попал. Как понятно стало, что она силой этой владеет, ёбаный. Соло, why are we here again? Get your droid on a clean ship. No, за Хана Соло иди сюда, Хан Соло привел. Chewie and I found the Falcon. If we could find it on our scanners, the First Order's not. О, сейчас типа инопланетянка в очках что-то добудет, даст меч, а потом хуй пойми, как он у них.
А, Рэй прикоснется к мечу и что-то видение увидит, да? И так понятно станет, что она джедай. Да-да-да, ага. Все, я все помню, я гений. Она прям чувствует, она чувствует, куда идти надо. О, сука. Надо открывать. О, сука. По-моему, он так не сможет запрыгнуть. А, я понял. Оп. Блять. Сейчас. Оп. Оп. Видали? Сука. Тяжело быть гением, реально. Я не понимаю. Походу я гений. Я понял. Ключик. А тут меч. Saber was Luke's, and his father's before him, and now it calls to you. I don't want any part of this. It was the Republic. The First Order, they've done it. Шарикин. Where'd you get that? Take it. Find your friend. Так, ладно, тоже забрал. Охуенно. Топово. They're here. У него меч. Глянь! Да нахуй мне за кого-то еще играть, если, блядь, у него меч джедайский есть. А ну, он может его бросать? А, он его не может бросать. А куда мне идти? Подожди, секретка. Подожди, сюда надо что-то засунуть? Мне нужно робота. А, и я сейчас не... Я понял, он уехал. Я хотел секретку открыть. Хочу быть этим, чтобы ко мне сейчас подошла эта чикса и сказала: «Предатель, блядь!» Куда мне? Куда мне идти? А! Все, ладно. Сейчас вот этот придет, да, который сказал «Предатель!» Алиса, шкаф синий. У меня же синий, да, меч? Ну, нахуй, ну чё? Чё, сука? Ты меня сейчас нахуй опиздюлишься, блядь. Ты где? Ты такого члена получишь?
Давай, попушленец. Попуск! Жесть, чел, ты сосешь. Ты реально попуск. Кек. Осуждаем это насилие. So much about. Кайло Рен, бля. You've seen it. Pull the division out. Forget the droid. We have what we need. He took her. Did you see that? El primo. He took her. She's gone. Yeah, yeah, I know. You've changed your hair. Same jacket. No, new jacket. I saw him. Leia, I saw her son. He was here. We're heading back to the base on Dakar. We can catch up there. Поехали. О, тут столько секреток. Блять. Я должен все секретки собрать в этой игре. Хочу секретку. Вот эту, например. Так. А, нет, тут надо за злодея подходить, чтобы секретку открыть. Так, подожди-ка. Ой, нет, блядь. Как это... Да, блядь, нет, блядь! Кстати, может, подойдет. Ой. Фу, блядь, я понял. Соло! Big deal. Ладно, не важно. Не важно, вы ничего не видели. А, я сюда смогу любой корабль вызвать, нихуя. Пуп, 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 пуп. В последнем эпизоде на первом уровне можно бесконечно фармить детальки. Надо запомнить как-то. Надо запомнить будет. Но мне кажется, это читы какие-то. Хотя, с другой стороны, я люблю всякие баги и лаги. Блин, не знаю. Чувак, пришел всех отпиздить. Ку, Кирилл, можешь, пожалуйста, Гену растормошить? Он игнорит месяц. Сообщение ВК не читает. По ссылке из доната проходки не пишут. Ладно. Блять, ты помедленнее можешь еще идти? А. Сюжет, ходьба. Hans Solo, it is I, C-3PO. You must not have recognized me on the way in due to my stylish red arm. There's actually an interesting skin. Who are you calling? Сейчас куплю. А, я сейчас не могу. Я не могу сейчас. Уже сюжет пошел, блядь. Я не могу купить скин. Но я бы хотел бы там всяких секретных персонажей. Здесь, кстати, читы хуевые. Во всех лего-играх топовые читы. А тут какая-то полная хуйня. Там всего лишь 10 читов открывает праздничные скины для героев. Охуенно. Что за хуйня вообще? And this is Starkiller Base.
The weapon that destroyed the Hosnian system. Hang on. This thing's 4K. The First Order. They're charging the weapon again now. Our system is the next target. Okay. How do we blow it up? That base has to have some kind of thermal oscillator. They have defensive shields that our ships cannot penetrate. I can disable their shields. But I have to be there, on the planet. We'll get you there. Это я. Я Хан Соло. Подожди. Подожди-ка. Секретку. Ощущаете секретку? Чувствуете запах секретки? Дай секретку, сука. You gotta be kidding me. No way. Not happening. Just give me a moment. Ха-а-а! Блять, нашел секретку и выебал. Okay, big deal. You up for this? Ready when you are, Solo. Вот она. Нашел секреточку. Опа. Я вот это не знаю, что это такое. Fantastic. I guess sometimes you need to do more. Спасибо. Он мне подарил какой-то корабль, ничего себе. Я прям, ну, я вот этот пастхантер, я чувствую секретки все. Это у меня сила джедая во мне течет по чувствованию секретов. Это правда. Опа, секретка, блядь! Всем тихо. Угу. Ага, смотрите. Раз. Так, это два. Четыре. Сейчас. Надо остальные найти. Где остальные? Подожди, а где остальные-то? Внизу, может? Да, угу. Так. Так, а ну-ка, сейчас. Ага. Так. Давай, блядь. Так. Наверх, блядь! Давай! Ебать! Ебать, как в фильмах на миллисекунде на последней. Чисто как в фильмах, блядь. Про шпионов. Жесть. Залутал эту сучку. Сюда, нахуй. Так, куда? Друзей забыл? Ну, ладно. Без друзей поехал. Чё-то это долгий эпизод, кстати. Хотя, может быть, он долгий из-за того, что я все монетки собираю в мире. Капиал, подожди, это то, что я думаю? А, нет, это не то, что я думаю. Или это то, что я думаю? Но тут должно быть этот, в лесу, лес должен быть зимний, и Кайло Рен там вот так мечом сделает, круто. Это тут будет, да? The scavenger resisted you. She is strong with the force. Then the resistance must be destroyed before they get to Skywalker. Prepare the weapon. Supreme Leader, I can get the map from the girl. Bring her to me. You will remove these restraints and leave this cell with the door open. I will remove these restraints and leave this cell with the door open.
Капяо, но вот это тупая, тупой момент. Я вот, вот вторую трилогию за это не люблю, за то, что там дохуя тупых моментов. Рэй просто, блядь, ничему не училась, и у нее хуяк сила, блядь, топовая. Она уже может убеждать там. Такая хуета. Здесь секретки. О, секретка! Давай, пока. Давайте, ребята, вы там перестреливаетесь, я... Ой, бля. Что-то какая-то хуёвая секретка. Вижу секретку, вижу секреточку. Пошла секретка, блядь. Сосать. Жесть. Навел суеты. Надо еще штаны, штанишки нужны. Я капитан Фазы. What was your job based here? Sanitation. Почему он в такой путь? Все. Меня теперь никто не узнает, смотрите, я могу... Это социальный стелс называется. Хуяк, блядь, не ожидал сзади такой пиздюлины уёбок! Какой же я жёсткий доминатор. Тут нужен джедайский меч. Ой. Здоров. Чё, сука? Попусти. А, их всё равно всех надо убивать, да? Тянуть. Ой. Что я сделал? Ой. Что я сделал? Get this door unlocked. А, кекс. No way through, sir. Did I detect a... Надо еще двоих убить. Где еще двое? Шок. Шок. Еще деньги? Закобил лошню. Надо еще одну лошню убить, блядь. Неужели я софтлок словил? Влево, вниз, влево, влево. Жесткий блок. Неплохо.
Только мне надо... Ну, сука, это все, это софтлок ебаный. Походу придется перепроходить. Но это бред полный, то, что я должен одного... А, нет, все, не софтлок. Она сидела, ждала, пока я его убью, чтобы разозлиться такая. Фазмофобия. Ловушка жопа. Так, так, так. Оп. Охуеть. Жесть, как же мы ее попустили. Убежала, ты че, сука? Охуела? Ты куда, блядь? Верни. Пошел ты на... Я по головам только стреляю, потому что я снайпер. Пока. Подожди, подожди, а где я? Тащит, тащит, сука. Надо забрать, украсть. Где она это тащит? Где она тащит это? Где-то вот в большом зале. Где-то она тут ходила. Я прям чувствую вот здесь. А, вот она. Отдай! Отдай! Отдай, сука! Блять! Отдай! Мое. Пока. Так, подожди, а можно я использую эту же ловушку? Ай! Все, я понял. Сейчас. Топовый геймплей. Оп. One minute she's just walking under this inconspicuous bridge, then blam! Will you keep it down? Охуеть, жесть, вот эта ловушка жопера, блядь. А. Да умри, у тебя там... Ты это, сука! У тебя уже нет хп, сдохни! А, я ее не должен был убивать. Ты сейчас похущу, ты, блядь. Давай, блядь, работай, иди, сука. Garbage chute? Trash compactor? Yeah, there is. Huh? Finn, what are you doing here? Не, с Мандалорцем вроде нету DLC. А вот, кстати, DLC я, походу, купить не смогу уже. Потому что это считается уже донат в игре. Прикольно, они ее спрессовали, смешно. Да я понял. Almost in range. Hit the target dead center as many runs as we can get. Yeah. Ah, direct hit. But no damage. Сука, эти детальки уёбские. Смешно тоже. My friend's got a bag full of explosives. Let's use it. If you're going to get inside, I need to find the junction box. Huh. Girl knows her stuff.
Я девчонка не промах. Глянь, сколько собрал. Ну тут мало собрал, окей. Все, это походу уже ласт. Я потом обрубаю, короче, иду, кушаю яблоко и подрубаю, ну, основной стрим опять. Здрасте, мне вот сюда вот надо, пожалуйста. На нахуй, скрытое убийство, блядь! Are you trying to blow us up? Hey, when I dropped them, we weren't sneaking into a first order base. Что мне надо сделать? Falcon was fine in the end. С ними что мне? Ой. Стелс, стелс, стелс. Он меня не видит. Он не видит. Я для него не существую. Скрытое нахуй убийство, блядь. Ах ты сука! Все, я понял, я бомбочку должен сюда принести. Лошня. Да? Это можно было в коробку спрятаться. Вставить. We could just dump the charge here. Мне как-то надо на ту сторону попасть. Then find us a way across. Прописал. Надо. Мне кажется, как-то вот эту лестницу спустить вниз. Все, спустил. Где монетка? Блять, где монетка? Оп. Попустил, попустил. А, лох, ебать, он чмошник. Ой, я коробка. Да ты оху... Чуи. А Чуи и Чубака это одно и то же? Вдруг не одно и то же. Я застрял в текстурках. Да похуй. Это Twitch, да, мы на Твиче сейчас. Еба. Son, will you help me? Yes. Thank you. Бля, я думал, как-то потрогательнее будет. Это полная хуйня какая-то. Это стрим на ТНТ. Как вы угадали? Блядь,
Плюс миллион денег с этого уровня, походу. Отовсюду монетки летят. Уй. Блядь. Еще монетки. Мне нужны все монетки этого мира, блядь. Давай монетки. Где еще? Ой, бля! Мне нужны еще монетки. Или я все собрал уже монетки? Где-то еще можно получить монетки? Я Лего Брикстар, кстати. Мне кажется, вот эти вот дальние штуки там не зря стоят. Вот их надо собирать, чтобы получить доступ к секреткам. Вот они, смотри. У них, может быть, просто дают много денег? Нет, нет, блядь, нет! Да мне, мне... Да, блядь! Да-да. Тебе нравится стелс игры, зашел Диад Стрэндинг. Ну, кстати, не все мне супер стелс игры нравятся. Если что. Но если вот можно сказать, что Dishonored это даже вот прям стелс игра, то очень нравится. Я еще думал, да, в Metal Gear поиграть. Где там в коробке прятаться, да. Не думал об этом. Я мазела, кстати. Чё? Мне, короче... А, нет! Все, проебал секретки, блядь! Надо таких 10 штук было разрушить, а я уже эту вторую не разрушил. Пиздец. Пиздец, минус секретка. Или нет еще? Подожди, походу будет. Пожалуйста, пусть будет. Да, фух, секретку открыл. Это самое главное в моей жизни. Походу я вот это сейчас не открыл, прям перед экраном. Я под Эмером, кстати. Когда дадут вот так играть, блять, а не смотреть мультики? Жесть он крут. Жесть он крут. Жесть он крут. Сейчас будет Кайло Рен. Алиса, шкаф красный. Алиса, шкаф красный. That lightsaber, it belongs to me. Вот это тоже полная хуйня в фильме. Они не обученные никакие, блядь, первый раз, ну ладно, во второй раз в жизни чел держит световой меч в руке и на равных дерется с Кайло Реном. Это вообще чё за пиздец? А, бля! О, интересно, а тут просто палка его можно? Деньги, деньги, деньги. На этом левле надо дособирать деньги. Что случилось? Алло, блядь, я не вижу нахуй. Что, блядь, происходит? Алло! Вау.
wants us to follow him. He's probably a trap, but we can't let him get away. Сука, а я думал, он все застрял уже в текстурах на всю жизнь. У меня такое было, пришлось перепроходить. О, у нее появился пистолет наконец-то. Пью. Надо собрать фиолетовую полосочку уже. Чайка ебаная. Пью. Так и было, я не помню. Кайла кричала: «Айлхолп, я не хочу умирать». Это был он, да? Все, я истинный джедай, пацан. Уже похуй. Ладно, не буду больше по нему стрелять, я понял. Ай, блядь! Ты чё, охуел? Привет, ты охуел? Кайло Рен, добавь, друзья, я тебе хочу пизды дать. Макос. Опять в камера залагала. Что мне делать? F нажимать или что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Кью! Да-да? Привет, Кирилл. А. Я редко объявляюсь. Здорово, но сэр. Хотел бы попросить напомнить Гене, чтобы он прочитал от меня ЛС. Я поменял никнейм. Лицуху. Написал 7 марта ему. Все, она стала, блядь, сразу, блядь. А ну, силой. А, не, она не владеет еще силой. Охуеть. У меня такой есть из Лего, мне подписчик подарил. И там вот такой хуесос. Бля, не, она еще не владеет силой, она еще не может меч кидать. Но она уже реально, ну такая, на кайфе берется. Глянь, что я делаю. Опа, опа! Ща-ща. Да иди ты нахуй! Ща-ща-ща-ща. Опа-опа-опа. Опа-опа. Чё это? Секреточка. Глянь, секреточка. Я крутой. Все, вот здесь сейчас ему отрежут нахуй спину. Ой! Ой-ой-ой! Ебать, я его вскомбил, блядь!
Вы видели, как его взял в комбо? Он просто охуел. Чё ты мне сделаешь, блядь, я 0 хп, ты лох. Пошёл ты. А, это так ему спину отрезали, да? Поздравляем, поздравляем молодых. Кек. Ну, такой кек. Микрокек. Подожди, это не все еще? Сюжет, ну... Когда уже закончится? По-моему, это же так же и закончилось. Пипа-па-па-па-па-па-па. А ну, хочу C-3PO с красной рукой. Пипа-па-па-па-па-па. Пипа-па-па-па-па-па. А че она? А где она меч делает? У нее же меч был. Пипа-па-па-па. Пипа-па-па-па-па-па-па-па. Это седьмой, сейчас проходим эпизод. Пипа-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 па
Look. I'll go. I'll take Chewie and the Falcon. А, она должна же к нему приехать и закончиться на том, что она ему меч протягивает, да? Че, окей. Ну, видимо, уже такого геймплея топового не будет. Нет, не записался! Ты записался на Beta Overwatch 2, кстати. Только что вышла история нового героя на официальном канале. А на русском есть? По-по, по-по-по, по-по-по, по-по, 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 по-по-по. Сейчас, ребят, после этого, как его, после вот этой штуки, смотрим снапшот. Сейчас я уже меч ему должен протянуть. И пойдем снапшотик смотреть. Успела себе прическу новую сделать, видимо, пока летела в самолете. Привет. Сука, хотел ее отпиздить. Мне, походу, это надо или нет? Ор-ор-ор-ор-ор. Скайволкер, Скайволкер. Фух. Так. Кайфовый эпизод, конечно. Мне этот эпизод понравился тем, что в очень разных местах события происходили.
и на корабликах полетали, и за всех там поиграли, но вот, правда, ни одного уровня вот именно с джедайской силой не было, ну и похуй. Так. Да, я понял. Знаете, как надо выходить из игры? Alt F4 нажимай. Так, ладно, сейчас...